Окей, let's play some zombie game. Здорово, в общем, решил я закончить этот день зомби, в конце концов. У нас осталась последняя миссия за нашего вояку, потому что за уборщика мы все сделали. За паренька из общажки мы тоже все сделали. Вставай, бабай. Вставай, бабай. А настал рассвет. Вставай, бабай. Вот тебя уже нет. Вставай, скелет. Иди ко мне. Вставай, солдат. Пришла смерть к тебе. Повторная. Причем, да, вторая смерть пришла к солдату. Так, хорошо. Ох ты, женщина. Сдвинули. Айда, подходи. Подходи, налетай. Подходи, торопись. Подходи, налетай. Покупай, живопись. Так, сифилис пришел. Женщина с лопатой. Что может быть лучше? Крестьянка? Крестьяночка, крестьянка. Ну кто же виноват? Так, ладно. Что-то нужно нажать. Нажмите клавишу Е, чтобы активировать двери гаража. Проберитесь к катеру, убейте всех зомби в гараже. Обязательно. Я постараюсь убить всех зомби в гараже, потому что... Так, здесь все сработало. Патрики. Обязательно нужны патрики нам. Так, больной. Больной, вам прописана палата номер 6. Очень похоже на солдат-зомби, да? Из этих солдат-зомби с Дума 3-го. Четко прорисовано прям. Ой. Женщина, женщина. Как хлещет, смотрите, а. Ангар, хороший ангар. Че, сюда можно? Ой, мама, что такое? Нет, сюда явно нельзя. Это не для нас дырочка. Эта дырочка не для нас, для глок. Патрон я взял. О, Зольда, а что ты весь зеленый-то такой? Откуда ты вылез вообще? Ой-ой-ой-ой, кто там пришел опять? Скелетрончик. Ладно, в общем... Панк. Слушайте, ну целился в голову, а сшибанул, как обычно, руки, обе руки, в общем. Так, женщина. Ой, опять что-то я не то сделал. Так, детка. Угу, хорошо. Так, для М16 самое то, патрончики у нас есть, все взяли по максимуму. На максимум, на максимум. Да что ж ты будешь делать-то? Вентиляция. Ну, четкий ангар, четкий, в принципе. Видел я такие огромные ангары. Очень удобные для вот хранения чего-либо. Ли... Плюс ямы еще есть для ремонта машин. То есть все как обычно, целый комплекс получается. Это очень здорово. Так, ну что, кто еще? Кто на новенького? Подходи. Да что ж такое-то, что у вас? Бесконечное количество там, что ли? Дыхаем все дружно. Не стоит расслабляться, не стоит забываться, потому что это плачевно. Для вас кончится. Чё ты там бегаешь? Ты чё-то съел не то, наверное. Так. У тебя стафилококк зомби. Кишечное заболевание, да? О-о-о. Откуда ж ты там просочился? Синий ты мой, зеленый мой, синий. Дальтонизмом я страдаю, нет, случайно, нет? Кто-то там, где-то там, что-то там. Так, хорошо. Да хватит уже ныть, а. Сколько можно ныть? Ну, у него шлем, все правильно. Я, в принципе, вот в эту реалистичность я верю. Бабка опять вылезла. Так, что-то у вас тут немноговато ли? Сказал Брюс Ли. И вышел из здания. Так, ворота, ворота, ворота. Что с воротами? Закрыто. Пока закрыто. Ну, сказали, перебей всех зомби. Чего ж ты попёрся-то смотреть, а? Ну, перебей ты их, перебей. А не устану ли я их перебивать постоянно, нет? Проберитесь к катеру. То есть все, лимит... А, вот оно что. Вот оно что, вот оно что. Что у нас еще есть, кроме лопаты, М16 и пистолета Глок? Я думаю, мы оставим пистолет... Фу, автомат на потом, а будем пользоваться Глоком. Потому что Глок, он все-таки проще немножко. Ох ты, ёксель. Давай, рвани. Нет? Что-то не взрывается. В общем, не взрывается эта ерунда. Мы возьмем снайперку. Снайперская винтовка. Потрясающее оружие, если честно. Так, с первого раза вышибаем просто. Мы... Ой, мама-мама, скелетон, 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 там паукан, скелетон. Короче, ополчение полное. Надо вот так вот делать.
Ох ты, ё, здесь явно понадобится М16. Где она у нас? Чё, я вместо снайперки взял, что ли? Так, в общем, понятно. Бесполезное оружие. А обратно уже все, да? Обратно поезд ушел. Ну хорошо, я понял ваш намек. Ты что ж ты так лагаешь-то, ну? Unreal Engine, ты че? Так, лопатка. Майнкрафтер идет, лопатой землю копает. Ярый майнкрафтер. Зомби-майнкрафтер, в общем. Так. Отлично. Что еще? Гранаты. Гранаты. Это мы возьмем обязательно. Вещь-то нужна. А вот и появилась винтовка. В общем, переключение здесь хромает, конечно, оружие. Это печально иногда. Все нормально там у вас? Все в порядке, я чувствую. Так. Далее. Да, это то самое место. Те самые доки. А, ну что, я нормально, в принципе, кинул. О, другое дело. Ой. I'm sorry. I'm sorry, be careful. Be careful. Как англичане говорят, да? Именно английский акцент. Be careful. Снова рубрика «Английский с дядей Женей». Be careful. Это говорят так англичане с таким чопорным акцентом. Be careful, man. What's up, man? Okay. Так, хорошо. Стреливаем потихонечку. И стариков, и молодых. Проблемы отцов и детей. Ну, американцы говорят «Be careful, man». «Be careful, man». «What's up, man?» «Be careful». «Будь осторожен». Английский с дядей Женей. Не пропустите следующего урока. Оу! Окей! Оки-доки! Let's go! Так, ладно, труба. Трубошаталка нам не нужна. Я думаю, мы справимся и так сейчас, да? Не разбегайся ты так сильно. Не разбегайся ты так сильно. Так, 12 патронов. Слабовато. Слабовато, вот такая вот вата. Ну, у нас есть вот запасики, разбросанные радио. Радио уже никому не нужно, потому что смысла нет. Всех поубивали, мы остались одни. Мы с тобой одни на этом белом совете. Расскажи мне историю свою. Расскажи историю. Покажи мне историю. Так, что дальше? Тут опять какой-то хаос. Кого-то плющит, кого-то топорщит. Зольдатен, зольдатен. Блюватен дует, дует. Так. Зольдатен, зольдатен. Блюватен дует, дует. Так, хорошо. 23-42. Патрон у нас, в принципе, пока есть. Проблем мы не испытываем. Так, есть. Взяли, вот и все, прекрасно. Так, по идее, правильно идем, да? Больше пути здесь нет назад. Ни вперед, ни назад. Так, давай. Да ладно тебе. А в живот? Че это такое? Смотрите, как. Уи-ху! У нас, видимо, патроны такие адовые. Прижигает шею сразу, чтобы не кровоточило. Так, что есть? Попить. Пить не хочу, есть не хочу. Вот, отдохнуть хочу. Ой, блин. Неожиданно. Неожиданные затраты. Так. Барак Обама. Барак Обама. Так, выходим дальше куда? Вроде бы все правильно. Вот она, пристань. Причал рыбачил апостол Андрей. А дядь Женя ходил по воде. И Андрей доставал с той воды пискарей. А дядь Женя стрелял в зомбарей. Опа, 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 300. Так, ладно, отстрел начался. Отстрел на зомби открыт. Сезон охоты. Чик-чик-чирик-чик. Отлично, больше никого нету. Так, что-то нам сейчас снова замутит какое-то нам задание. Опустите мост, проберитесь к катеру.
Катеру. Сейчас мы проберемся к катеру. Гром в раю, кто если помнит, ставьте лайк кино. Так, ну такой наш перевод был вольный. Вольный русский перевод. Любительский. Так, лопата мне не нужна. Надо мне вот это вот печали. Не было печали, просто уходила лепта. Чуть сегодня я пою много. Настроение такое бодрое. Бодричко! Хламинос! Ладно, нормально все. Ух ты, а что-то синее? А, это снова ключочек. Ладно. Так. Думаем, как поступить дальше. Вот он, самый наш самый мост. Нужно его опустить. И там нас ждет по-любому катерок. Но чтобы пробраться и спустить мост, нужно подняться куда-то в здание, да? Чем мы сейчас с вами и займемся. Вот, видим вход. Вот у нас провизия с патронами. Провизия. 45, 13, 20. 45, 13, 20. Английский дядя Жени. 45, 13, 20. Все, запомнили. 45, 13, 20. Ладно, идем дальше. Это все здорово, конечно. Locker room. Шкафчик. Так, так, таких патронов у вас слишком много, не ври, я сейчас перезаряжу, и у меня вместится по максимуму. Так, есть такое дело. Здесь нас ничего больше не интересует. На Glock у нас патроны есть, мазня на стене. There's blood on the wall. Здесь кровь на стене. Опустите мост, доберитесь до крыши, уничтожьте там зомби, проберитесь к катеру. Окей. Я только за. Мне скорее убраться отсюда. Так, берем. Вы полностью здоровы. Отлично. Че, печатают? Ага. 789. Какие-то номера, какие-то партии. Так, что крутить? Давайте объясните мне немножко. Нет, надо выше подниматься. Явно выше. Так просто ничего не дается в этой игре. Иди туда, не знаю куда. Нажми то, не знаю что. Убей того, кого сам посчитаешь нужным. Ладно. Мы без проблем сейчас осуществим ваши затеи. Все самые грязные затеи только за ваш счет. Так. Есть такой процесс. Замечательный процесс просто. Так, здесь опасные бочки. Здесь компьютер с вентилями. Но это нам тоже не нужно. Здесь что здесь есть? Дверь открывается на странность. Так, это другая сторона медали, да? Мы вышли с вами на другую сторону. Так, ну там, соответственно, та же дверь одинаковая. Вот она, вот он вход. Отдыхай, ты пока мне не нужен. Так, ты тоже мне не нужен. Отлично, быстро, быстро справляемся. Главное, вести прицельный огонь. Хоть это, конечно, трэшоватый, туповатый шутер, но работает он на ура. 5, снайперская винтовка. Да что ж такое-то, ну? Че ж у вас с этой снайперской винтовкой-то? А, у меня уже есть она. Ну да. Так, ладно, берем все, что можем. Так, что дальше-то? А, ух, ё. Слышите, вот это здорово было. Пара-п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 а-
принципе. Надо было подождать, наверное, чтобы они все в кучку сбрелись, да? К бочкам-то к нашим любимым. Ну ничего, я думаю, мы справимся сейчас со всеми делами. Так, что у нас еще здесь есть? Патрон на снайперскую, в принципе, больше ничего. Сейчас скучковались, как в кино «Рассвет мертвецов», да? Там Энди стрелял с этого, с магазина оружейного. Самый запоминающий для меня момент был. Здорово было, когда они искали какие-то там знаменитости более-менее и отстреливали им просто в голову. Ну а что, безделие. В принципе, делать нечего. Заперты в торговом комплексе. Соответственно, надо что-то делать. Так, ну и что дальше? Там ползунки. Опустите мост, проберитесь к катеру. Да что ж ты будешь делать-то? Сколько можно уже опускать этот мост? Ну что его? Который раз мы будем опускать этот мост? Так, здесь понападали зомби, естественно. Ползающие и мычащие. Отдыхай пока. Так, 8 патронов. Не густо. Августо.
Ах, мой милый-милый Августин. 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 Ах, мой милый-милый Августин. Августин, Густин. Так, ладно. Нам нужно вываливаться обратно. Видимо, рычаги находятся там, где мы уже прошли с вами. А вот и они, да. Я был прав. Нужно было просто-напросто расстрелять всех зомби. Так. Понял. Здесь можно сжульничать, нет? Такой супер-хак применить, нет? Супер-логичный хак. Нельзя применить, хорошо. Пойдем пешком. Ну и, соответственно, появится сейчас куча новых зомби. Которых, естественно, нужно будет уничтожить. Да, я же говорю. Все верно. Пап, пап. Откуда взялись с воздуха-то, а? От черти полосатый. Спаунь, спаунь. Нехорошо обманывать дядьку-то. Дядьку обманывать нехорошо. Так. Ладно, где у нас мосток? Вот он, наш мосток. Идем на мосток, по мостку. Ищем наш чудо-катер. Где же наш катер? А он паленый, смотрите. Все катера все паленые. Как же мы будем... Ох, вот он, рассвет мертвецов. На закат, конечно, больше смахивает. Хотя, наверное, скорее всего, это мрачный закат. Фейловый, походу. Походу, нас сейчас просто-напросто уложат здесь вот эти зомби. И никуда мы с вами не уедем, я так чувствую. Та-та-та-та-та-та-та-та. Че, кучкуемся опять? Кучкуемся. Сегодня мы с тобой кучкуемся. Так, снайперская винтовка есть. Ну и будем, наверное, вот действовать таким макаром, да? По одному вышибать нормально, в принципе. Мимо. Мазня. Так, отлично. Больной. Еще один. Патрон кончился. I'm sorry. Out of ammo. Reloading. Так, все. Где мой катер? Катер мне быстрее. Родину за катер. Родину за катер. Че, нет? Нельзя катер воспользоваться. Ныряй. Ныряй, братишка, ныряй. Ничего не остается делать, только кроме того, как нырять. От отчаяния. Ладно, сейчас разберемся. Возможно, где-то что-то мы упустили. Не зря же там место вот есть, смотрите, да? Ах, вот туда нам надо, видимо. Все, понял я. Заберитесь на башню и расчистите дорогу к катеру. Проберитесь к катеру. Че? Поберегись. Поберегись. Пара-па-па-па. О, идут. Фанаты! Фанаты! Милый мой фанаты! Бабулька! Боком пятится, боком-боком. Приставные шаги. Зарядка такая была, знаете, в детском саду обычно. Приставными шагами ходили, по кругу бегали. По залу. Кто-то не дает дверям открыться. Ага. Хорошо. Ну нет, так нет, на нет, сюда нет. Что теперь? Так, глок. Все взяли, полный патронтаж. Куда дальше? Надо все-таки в то здание заходить. Больше пути у нас тоже нету, альтернативы никакой. Так, иди-ка сюда. Эй, умный самый. Кто-то не дает дверям открыться. Ну что ж ты встал-то там? А, видимо, сюда надо. Ой, слоупок. Mode activated, как всегда у меня под ночь. А днем записывать игры, а днем жарко. Днем же нереально их записывать просто. Приходится по ночам наслаждаться зомби. Убиванием зомби. Ого. Вот это башня. Вот это Clock Tower. О, так у меня одна гранатка была. Ну, ничего. Мы найдем с вами, где ее использовать. Так, что здесь такое? Подобрать патроны, патроны, патроны. Аккумулятор. Аккумулятор. Так, снова какие-то штучки-дрючки. Ух ты, на. Кирин, кирин, кирин. Кирин, кирин, кирин. Попало? Блин, далековато попало, но зато... Ой, как здорово. Зато сработало. Ждем пачку, ждем, ждем, ждем. Давай, 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 крадемся, крадемся. Есть такое дело? Одна бабулька только осталась. А нет, все встали. Ладно. Снайперскую винтовку взяли, другую выкинули. Гениально. Так, ладно, осталось у нас четверо. Четверо лодки, не считая собаки. Так, раз и два. Проберитесь к катеру. Ух ты.
А не сдохну ли я часом? М? А что, давайте сохранимся, проверим. Разработчики предусмотрели такую фишечку или... или же нет? Кия! Ой-ой-ой. Я застряла. О, па-бамс. Па-бамс. Так, здесь у нас что, лежат патроны? Собираем весь этот хламинос. Все собираем, дверь закрывается. Что-то там снова случается. Да не шуми ты. Не шуми, не шуми. Никогда не шуми. Ой, кошмар какой. Ой, кошмар какой. В общем, снайперская винтовка для ближних боев не подходит никаким образом. Моя логика просто зашкаливает. Так, заперто. Так, есть такое дело. Чики. Чики-дрики-пуки, бабка. Бери, бабка, ружье. А чё я такой низкий? Я не низковат ли я? Может, ноги отбил или что? На коленках ползи, наверное. Но зато сократили немножко путь себе. Я помню, и в Земле мертвых тоже такой же глючок был. В принципе, ничего страшного в этом нету. Так. О, нанашки. Панки. Куда ж вы беретесь-то там? Спаун, спаун, поинт, спаун, поинт. Так. 21 Патрик. Есть такое дело. Раз, два. Женщины самые крепкие зомби здесь, да? Женского пола. Все вроде бы. Есть такое дело. Бомбежка началась. Победа, понятие относительное. Никто не переживет день зомби. Печально. Никто не переживет день зомби. Ну что, все, мы прошли очередную игрушку. Трешовая она оказалась, похуже чуть-чуть, чем Земля мертвых, но все же вполне можно играть для тех, кто любит зомби, и тот, кто и является фанатом зомби, можно, конечно же, ее пройти. Тем более, что игрушки Земля мертвых и День зомби связаны между собой друг с другом. То есть именно локациями это очень становится заметно уже к концу. То есть посещаем именно такие места, где мы уже были в Земле мертвых. Вот такие вот дела. Всем хорошего настроения. До встречи в новых игрушках. Пока-пока. А титры бегут, и титры, дядь Женя на стоп не нажимает. В общем, все, до встречи.